Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. Ё-моё, давненько не заходил, наверное, недели две или сколько там в Легенды Дракономании. А у нас тут, ёлки-палки, сколько улучшений. Наконец-то у нас легендарное жилище можно прокачать на уровень 2. Это мы сделаем, правда, сейчас посмотрим, что на это нам требуется. Лимит жилищ увеличен, теперь к лимиту будут прибавляться 2 через каждые 5 уровней. Не понял, то есть ничего, их бесконечно качать можно? Очень-очень интересно. Появилось у нас еще какое-то типа представить новое жилище, которое производит еду вместо золота, и в которое можно поместить 2 дракона-босса. Очень интересно, но оно, наверное, перестает, наверное, эти драконы-боссы перестают давать бонус к этому. К деньгам. И вот еще какие-то новые реликвии появились. Я даже не знаю, что это за реликвии, где их брать и как их использовать. Короче, вот так много чего у нас тут изменилось. Так, новый дракон месяца у нас, ну, естественно, появился. Так, как вывести? Вода, металл, зелень. Ну, блин, ребятки, даже я пока... пока не смотрел, какие комбинации. Так, это у нас был прошлый дракон месяца. Ой, у нас какая-то акция еще идет. Так, началась акция по коллекционированию драконов. Закончится через 4 дня. Так, вот, а, это у нас тоже Хрона и Сида, ё-моё. Ну да, это у нас очередной какой-то лабиринт пошел. Это у нас кто? Апофис. Хрона Апофис или обычный Апофис? Так... С возвращением, тренер драконов. Так, вас ждет таинственный и сильный дракон. Получить... Ух ты, мне на шару дали кого-то дракона. Мистическое пастбище. Так, вы оказались в мирном, но таинственном пастбище. Воздух так и звенит над спокойным полем. Парит магическая дрожь. Ощущается присутствие чего-то сильного. Так. Ты проведешь нас к нему, на пути нас ждут испытания, но я уверен, что мы все преодолеем. Так, соберите 20 тысяч золота с жилищ. Так, ну прикольно, не дали даже ход один сделать. Так, что дальше? Соберите пищу на фермах, 5 штук. Прям так не дали мне ничего сделать, сразу бросили меня в бой. Так. О, вот какой. Ну, у нас тут 4 дня, не знаю, попробуем. Повышайте уровни своих драконов. На одном драконе это можно сделать? Да, можно. Готово. Но тут довольно много остановок. Выиграйте сражение на карте. Угу. Так, не, ну мы туда, конечно, не пойдем. Мы, допустим, какой-то рудничок завоюем, давайте. Сколько всяких событий, ё-моё. Стоило только ненадолго отлучиться. Так, это было один. Теперь давайте два. И три. А вы, ребятки, пока я тут всякую мелочевку делаю, можете написать, что тут у нас еще нового появилось, что кардинально изменилось, что стоит мне сделать. Так, это мы задание выполнили. Так, ладно, сюда я пока не лезу. Так, Осирис у нас здесь. Хрона Исида. Так, кто у меня здесь есть? Просто Исида у меня есть. Здесь Хрона Сет. Железное пламя у меня есть. И, ну, тут божественных больше нет, да? Кстати, давайте, пока мы тут, давайте откроем сундуки. Мне что, вроде 10 за что-то дали. О, ну да. Ну, это как бы, я даже не расстраиваюсь, потому что все равно нифига нельзя здесь собрать в этих акциях. Ну, ничего толкового.
У меня за сколько раз не получилось собрать. А, у меня 14 билетиков было. Феник. Ну, спасибо. О, костяной. Я собрал какого-то дракона. Ха-ха-ха. Чисто случайно. Так, все, да, драконов по нулям. Давайте идем дальше. Готово. Что еще нам тут хотят? Пол дела сделано. Интересно, откуда взялась эта дверь. Так, победи в сражениях на арене. Ну, это мы тоже сможем сделать. У нас 4 очка на арене как раз есть. Код дружбы 5B0F59, ребята. Но почему я не могу вот отсюда зайти в арену? Ну, что за глюки? Ну, давайте вот так зайдем. Легко. Вызов. Так, трабл. Только вот не Миха, вот так давайте пойдем. Блин, я двумя драконами пошел. Очень прекрасно. Так, ну траблухана, блин. Вот незадача. Печально получилось. Ну, конечно же, маленькая накладочка получилась. Как так могло получиться? Блин, не смогу выполнить сейчас это условие. А хотя у меня вроде бы там были очки для этой арены. Парочку. Вот так. Ну, на этот раз мы победим. Горите! Вот так. Блин, два взять. Ну ладно. Так и быть. Просто эти очки очень редко попадаются. Какой крепкий Ироншинь. А, он тут один такой крепкий был. Вот и все. Так, это у нас две победы, да? Так, это третья должна быть победа. 53-я на все звезды. Ладно, давайте так. Не шибко больно. Победа будет наша. Опять же, тут самый нижний, самый крепкий, да? Вот и все. Это была третья победа. Еще нам одна победа надо. Ну, атакую второго, чтобы его сразу добить. Эх ты, ё-моё, выжил таки. Не, умер. Все-таки добили. Так, а вообще-то осень у меня, наверное, слабее, чем Миха. Чем наш Архангел. Так, ну, это условие мы, слава яйцам, выполнили. Так, давайте вот еще раз. Код дружбы 5B0F59, кто вдруг забыл. Точнее, на слух не понял.
Так, ну а тут придется ждать, сутки целые ждать. Ух ты, у нас тут это вход в это в пещеру нашу ту. Ну ладно, 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 ладно. Давайте дальше смотреть, что у нас здесь есть. Так, вот это идет акция. Что у нас тут по призам? На, ну чисто за билетики. Вообще как бы неинтересно на самом деле. Вывесить дракона, давайте поучаствуем. Это акция, которую никогда нельзя выполнить. Ну, это тоже такая себе акция. Деко, это подождите, я не деко, но деко можно получить. Это всякая эта лобода неинтересная. Получать апофиса. Так, ну и бездонная темница. Да-да-да, мы тут тоже что-то сражались. Давайте еще посражаемся. А, куда делись мои очки? Почему у меня 0 жетончиков? Или оно через какое-то время обнуляется? Не понял. Юмора. А, вот, 9 появилось. Подождите, так это за убийство, да? Или за что мне дали 9? А, за удары. Такая у нас длинная серия получается. Да, много всего сделать надо. О, видели, вверх ногами было. Ха-ха-ха. Так, дракон роллер вступает в силу. Так, ну какого уровня? Чего вы всех моих с одного удара убиваете? 46-й вроде как. Во, всем ослабнуть. Вот так вот. Так, блин, я что-то, блин, про гнев дракона забыл. Атакую, как попало. Во, идеально, блин, надо идеальным ударом было атаковать, уже бы давно гнев дракона был у меня. Опять забыл про гнев дракона. Ну, победили слабой атакой, что-то какое-то условие выполнили. Так. Ох ты ж гад. Давайте возьмем. Ну, 40. Для мышки это нормально. Готовенько. Ах ты ж гад, выжил. Хрюндель, не смей. Блин, нечем. А, ща, что щиты снимает, я уж не помню. Блин, гнев драконов был. Вернуться к основному экрану. Так, боевой бонус как-то. Ну, это неинтересно. Дракон светлый, какого у меня нет, и снежный призрак. Ладно. С этим разберемся. Надо будет золотишко подсобирать. Так, ну чё, давайте пока не буду, поставлю какую-нибудь комбинацию. Она явно не самая эффективная, но...
пусть пока будет, пусть она стоит, а я потом посмотрю, что там как по эффективности, что лучше взять. Так, что у нас здесь? Ничего интересного, давайте это продадим. И пойдем возьмем какие-то яйца какие-то. У нас, кто у нас там, новый появился дракончик. Его поставим сейчас на выседку. Так, новинка. Нефрита у меня, таракотовым ничего не было. Финик, ну, бамбуковый. Я хочу другого. Колосс. А, вот эти, я еще этих не успел повыводить. Так, мне вот тут интересно, что мне вот его дали. Не понял. А как же ты... Вот костяной, вот это он что ли был? Колосс. Ну, что-то никого интересного я тут не вижу. Ладно, давайте сейчас пойдем к жилищам-то этим легендарным. Чтоб тебя улучшить. Ах ты ж гады, вы за кристаллы улучшается. А можно не мгновенное улучшение? Блин. Это не прикольно. Неохота мне тратить. Так, давайте по зданиям. 200 кристаллов стоит. Сколько ты производишь? В нем можно разместить 2 дракона босса. Производит фрукты. А его еще можно вкачивать, да, как-то. Ну, не знаю. Стоит ли вот эту штуку покупать, ребята? Она как бы окупается, нет? А, по жилищам. Ого! Я могу строить много новых жилищ. Вот это прикольно. Это прикольно. Вот это я понимаю. Давайте что-нибудь там на 6 часов поставим. Ну, с жилищами это круто. Так, а жилище обычное вот этих боссов нельзя улучшать часом? Можно. А, ну да, ножи можно было, ё-моё, но за 150. Проще построить новое... Новое жилище выгоднее построить, чем... Так... Так, вот. Ну, у меня тут есть новый дракончик, ребят. Когда давайте даже качнем. Дракон нефритовый воин. Но, блин, за 90 кристаллов легендарное жилище. Это не прикольно, но лимиты большие, это круто. Теперь, по крайней мере, есть смысл насобирать 200 миллионов и купить новый остров. Вот такой вот у нас получился нефритовый воин вместе с жучком. Да. А, еще у нас тут чуть не забыл про эти 2 жилища. Блин, 3 жилища. Так, ну тут у меня еще место есть. Короче, надо расчищать. Расчищать нужно. Раз такие дела у нас пошли. Правда, все деньги почти потратил на эти. На эти дела, так сказать. Так, 7 жилищ. Редкий сундучок можем только открыть. О, котел. Ничего интересного нам не попалось. Так. Ну, вроде как все, да. В остальном надо немножко покопаться. Вообще-то, как с этими рунами работать? Надеюсь, вы мне в комментариях напишите, что это за руны и куда их можно деть. Ну, 1000 кристаллов у нас, конечно же, нет. Ну, тогда, пожалуй, пока что все, ребятки. Жду ваших комментариев и до скорых встреч.